Всем привет, меня зовут Сергей, мы продолжаем с вами проходить Evil Within. Так, а давайте, во-первых, сразу сверимся, что там по аспирину. 7350. Ну, ладно, хрен с ним, улучшаться пока не пойду, наберу еще там пару десятков тысяч. Тогда да, мадама по-прежнему отпиливает себе пальцы, а мы возвращаемся в зеркало, да, вроде как. Здесь нам делать больше ничего не надо. Аптечки еще целых 3 штуки. Потопали. Потопали в зеркало. Чем дальше идем? Что ты хочешь? А, да не надо туда. Чем дальше идем, тем... Не то чтобы темнее, а иногда практически чернее становится игра. Ты заходишь в какое-то помещение, но... Оно не темное, но просто черное, ни хрена в нем не видно. Так, фонарик убираем. Здесь не настолько темно, чтобы бегать с фонарем. Мне куда вообще? Вон на машину, что ли? Лестница там, я смотрю, есть. Здесь-то никаких ни секретов, ни хрена. Опять какая-то яга, может, подводная. Да, нет? Нет, мне сюда даже слезть не дают. Кусок воды в воздухе висит. Ладно, не будем заострять на это внимание, просто пойдем отсюда. Залезай! Не хочет. А как? Сюда тоже нет. Так ко мне идти-то больше некуда, если не сюда. Или я отсюда, по-моему, пришел, да? А, так я же отсюда пришел, зачем сюда залезаю? Ну хотя правильно, это подсознание во мне говорит. Оно не хочет идти вперед, оно хочет назад, потому что зачем все эти страдания? Гораздо проще развернуться и пойти домой пить чай. Сюда нельзя? Можно. Патрончики. Хорошо, сейчас мы тогда все сразу перезарядим. Так, дробовичок тоже... Да почему так тихо? Дайте мне больше громкости, пожалуйста. Потому что если вылезет какой-то скримак, то мне будет очень тихо и не страшно. Это будет скучно. Снайперку тоже перезаряжаем. Здесь вроде, опять же, пройти некуда. Многие из вас спрашивали насчет дополнения. Ребят, я честно говорю, я пока не знаю. Меня вроде как бы прикалывает игруха, но не настолько, чтобы пройти вдоль и поперек все дополнения к ней. Мы посмотрим, что там будет ближе к финалу. Если заинтересует, то тогда пройдем дополнение. Если не заинтересует, то когда я буду снимать последнюю серию... Сюда, что ли? Я сюда не пойду. То когда я буду снимать последнюю серию, тогда я заодно сразу уже в финале расскажу про эти дополнения. Я просто прочитаю историю этих дополнений и все. Так, большая банка с аспирином. Давай. Блять, ёб твою! Блять, залезь обратно, мудила! Сука. Я слишком громко сделал наушники. Чуть мышку нахрен со стола не выкинул. Давай, забираем. Вот он, чё он там сидел-то, главное? Один. В шкафу. Здесь ничего нет. Зачем я сюда пришел-то? Найти эти патроны, пару спичек и скримак словить? Ну, в принципе, тоже годное занятие. Вот ты, сука, такая, а, на тебе. Пользуясь случаем. А вроде больше здесь ничего, ничего не пропустил. Это открыть нельзя. Ничего больше нигде никак нельзя. Коробку я достать не хочу, не могу. Ладно, пойдем. Судя по всему, мне именно сюда. Да, да, не упади, пожалуйста, спасибо. Тихо, не падай. А, замечательно. Джозеф? Это просто без комментариев. Поехали, поехали сразу дальше. Ой, блин. Да, в этом я весь. Слава богу, ты жив. Как ты сюда попал? Это было нелегко. Но хоть больше не было таких припадков. Повезло тебе. Эй, кажется, я нашел для нас транспорт. И куда мы поедем? Тут даже больше 10 метров, ни одной целой дороги нету. Транспорт он нашел.
А заведется? О, конечно, заведется. Транспорт заведется, Кидман заведется. Кидман, мы тебе не мешаем. Отвечай, Кид. Ой. Ой-ой-ой-ой, там какая-то яга прискакала. Паук, что ли? Конечно, паук, а я говорил, что дави их, пока они маленькие. Ну вот теперь будем эту херню убивать на весь экран. Куда едем-то хоть? За проезд передавайте. Бляха-муха, арбалет, настало твое время. О нет, сказала Кидман. Да ладно тебе, о нет, Кать, нихера себе, что ты такое вообще? Я не собираюсь здесь умирать. Я как бы тоже. Джозеф, а ты не хочешь помочь? Хочет. Да бляха, муха промахнулся. Куда бить-то вообще? В голову? На! Да, в голову. Положи на место мою тачку. Попал, хорошо. Взрывной болт. На, жуй. Еще один. Слэш, не надо так... Взял, нассал на мою машину. Тебе не стыдно? Скопытился? Ни хера не скопытился. Патроны, кстати, давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ну в этот раз хотя бы попал, и то хорошо. Может ему лапы отстрелить, а я ему в голову стреляю зачем-то. Да ну нафиг. Поворачивай. Окей, поворачивай. Чё-то ему урона-то особо нету от того, что я в него стреляю. Готов. Все, приехали типа. Не знаю, как долго мы здесь продержимся. Нахрена нам здесь продерживаться? Руки в ноги и вперед. Сейчас этот паук очухается, придет что-то. Спасибо. Себастьян, они над нами. Ну окей. Берегись, у них динамит. Ага. Лады. Еще идет. Не надо. А смотри, костыль-то как стрелять научился. Прямо снипер. Все? А вроде все. Еще кто-то где-то идет. Враг справа. Где справа-то? Справа от тебя или от меня? Понятно. Ага, прекрасно. Они еще и... Тихо. Блин. Это тебе? Здрасте, приехали. Ой-ой. Здесь патронов нет. Зато здесь патроны есть. В укрытие, они стреляют сверху. Да никто ниоткуда не стреляет, не ори. Вон там сидит самый хитрый. Тихо. Главное, я их всех убиваю, а эти сидят там, поддакивают. Спокойной ночи, тра-та-та, крутые такие, я просто тащусь в вас. Уйди. 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 Ушел. Положи, положи бутылку. Хорошо. Опа. Так-так-так, ладно, цапни патроны, хорошо. Давай зарядочка, зарядочка, зарядочка. Прекрасно. Все, что ли? Сейчас Рубик появится. Не? Не-а. Я думал, появится. Обычно ему, его появлению предшествует такая всякая хрень. Ладно, пошли отсюда. Вон коробка какая-то, дай-ка я ей втащу. В коробке ничего не было. Ребят, может пойдем отсюда? И. Ну ладно. Ага, впереди враг.
Вот ты где. Это, я что-то не попадаю. А, ну прекрасно, я потому и не попадаю, что это скрипты. Ох, сейчас бабахнет. А мы целые. Это было совсем близко. Давай, заводи уж, поехали. Мы же еще можем ехать? Да, можем. Какой живущий автобус. Тихо, меня сейчас вытряхнет. Дайте хоть жопу урони сюда на кресло. Так, болты еще есть, это хорошо. В снайперке пусто. Держи с левой стороны. Почему именно... О, привет. Зря я на него, по ходу дела, тратил болты в прошлый раз. На, ослепни. Тихо. Ой-ой-ой. Оно сюда лезет. Так, отстрели ему вот это вот все. Что это? Ёптер, нарожал. Так. Не надо шатать мой автобус, мать твою, многоногую. Пошел вон отсюда, уходи. Вот, здрасте, приехали. Опять он решил насрать тут своими личинками. О, что ты за мразь такая? Откуда ты выполз? Тихо, он злится. Все хорошо, давай поехали. Давай, до свидания. Так, это тоже забрали. Бежит, торопится. Я так понимаю, мне можно здесь особо не стрелять, потому что от того, что я буду стрелять или не буду, ничего не изменится, да? Ну ладно. Открыто достижение арахнов... Джозеф, куда мы направляемся? Мы постоянно перемещаемся с места на место, словно по чьей-то воле. И сориентироваться на местности тут практически невозможно. Но свет психбольницы маяк, он всегда вдали. Эта штука, к которой меня подключили, я видел ее в разных местах. Да, я тоже. Похоже, она одна и та же, но точно не скажу. Я заметил, что каждый раз, когда я ее нахожу, маяк становится все ближе. Возможно, это совпадение, но, как я уже говорил, похоже, что всем этим кто-то управляет. Да мы это давно уже поняли. Значит, по-твоему, мы должны направиться прямо в больницу? Точно? Отличная работа, детектив. Похоже, по правой стороне до больницы будет ближе. По какой по правой стороне? Она едет вообще там, протискивается как может. О, готов, голубчик. Джозеф, нет! Джозеф, да. Вытащи нас отсюда. Там скорая, возможно, у меня есть аптечка. Так у меня аптечек 3 штуки с собой. Слышь, погоди, стой, не надо. У меня 3 аптечки есть, Кидман. Джозеф, костырь, куда ты пошел? 3 аптечки есть, пойдем, сало. Сложно. Здрасте. Не надо в меня целиться этой штукой. И вам привет. Выжила. Ты смотри, какие мы. Тихо, отходим. Живучие. Ах ты ж, блин. Патроны, 4 снайперских патрона. Кстати, дай-ка я их сразу заряжу, потому что, скорее всего, мне это пригодится. Если их дают, значит, их дают не просто так. Еще 2 мужика идет. Здорово, мужики, как дела? Не надо. Не надо. Вот и хорошо. Аспирин же. И аспирин, и спички. Но спички мне особо не нужны, а вот аспирин давай. А это что? Шприц. Ну, хп у меня пока что хватает. Еще аспирин. Это я удачно зашел. Ой, меня уже видят. Здрасте.
Да, сучка, ты такая! Ёптартер. Так проще. Патроны, кстати, 6 штук сразу. Кто где топает? А, это скриптовый опять топот был. Так, нет, не это, не это, вот это. Хорошо. Я же... Угу. Ну да, поздно. Я же могу их, в принципе, скрытно вырубать. Я не буду этого делать. Да! А вон там снайпер сидит наверху. Вот ублюдок. Тихо, положи, положи. Вот. Сзади никого? Сзади вроде никого. Сейчас снайпер отстреляется, мы ему тоже выдадим. Ну, давай, давай, давай. Стреляй, ёптыть. Вот молодец. Так куда ты прицел-то опять уехал, блин? Еще аспиринчик. Че было? А, удар ногой, не. Драться с бочками мы сейчас не будем. Опять где-то что-то было. Опять удар ногой, походу, и спрятаться. Это мне все не надо. А если я вылезу сюда, то обратно пути уже не будет, да? Или будет? Да нет, будет, чего же не будет-то. За аптечкой в скорую он пошел. 3 аптечки в кармане у костыля. Но ему понадобилось именно это. Ох ты ж, ёпта ж. Да залезьте уже. То есть я с этой стороны еще и не пройду. Ладно, хорошо. Там вижу аспирин под машиной. Здорово, мужик. Чтобы наверняка. Готов. Походу, это и правда была просто-напросто сестра Рубика. Потому что каждый раз, когда она появлялась в таких огненных местах. Она же по сюжету, получается, сгорела. Так, давай. Фрагмент, вижу, еще лежит. В какой-то веке я впервые за всю игру сейчас фрагмент заметил, по-моему, не от того, что случайно подошел к нему и загорелась рука. Кровоостанавливающие средства. Вещество, способствующее свертыванию крови для экстренной обработки ран, в комплекте бинт для оказания первой помощи. Ой, да. Пепел какой-то. Это реально, походу, была именно сестра Рубика, потому что... Здрасте, приехали. С каких это пор зомби научились военный транспорт водить? Просто прекрасно. Зашибись, история. Где ты там, мразь? Да хватит, вот. Все? Это было очень сложно. Но я справился. Чем мы, кстати, не можем взять теперь эту тачку, этот Хаммер и уехать на нем? Это же было бы идеально. Нужно добраться до пулемета. Вот, да, я про то же говорю. Та-та-та-та-та-та. Быстрее, 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 быстрее. И пошла жара. Ой, хорошо. Так как, а можно я возьму эту пушку с собой? Да, детка. Вот это дело, вот это пулемет. Ох, ни хрена себе! Зомби-спецназ опять приперся. Отъехали, отъехали все. Куда вы лезете-то? Хоть бы один догадался взять снайперку, да издали меня снять. Нет, они лезут. Бесполезное, безмозглое мясо. Сдохли все. Эй! Тут он меня все-таки зашвырнул гранатой. Тихо. Нет, урони, урони, положи это на место. Молодец. Никого, никого. Быстрее, че быстрее-то? Сюда идите, у меня тут супер тачка. Да че вам давать-то? Поехали на Хаммере. Они мне из-за раздроченного автобуса оружие, типа. Ай.
Сложные люди. Зачем? Зачем? Зачем на этом раздраконенном небронированном автобусе? Уйди! Блядь. Ладно. Съебался. Так пустите меня внутрь-то! Я нахрена бежал? Серьезно, нет? Ладно, не проблема, я опять сюда залезу. Вот они тоже, блин, говорят, быстрее, быстрее, иди сюда, иди сюда. Я пришел, а они мне жопу в окно показывают, вместо того, чтобы автобус запустить. Нормальные вообще нет. Бежим. Патроны я видел, но уже поздно. Вот, теперь меня пускает. Нахрена? Зачем ехать на этом автобусе, скажите мне? Поехали на Хаммере, там пулемет бесконечный, как у Рэмбо в фильме было. Shit. Черт. Let's get out of here fast. Надо выбираться отсюда, да поживее. Ты такой крепкий, Астель, я не могу. Придется тарань, так тарань распридется. Ой, я еще и управляю этим, охренеть. Сейчас тряхнет. Ну хорошо. Эх, добротно. Понеслись. Машина мне обязательно объезжать, нет? Нет, не обязательно. Значит, будем таранить все подряд. О, хорошо. Вот это серийка у нас. Машины летят, конечно, по физике. Эй-эй-эй. Я жал налево, а он направо. О, Рувик. Опять что-то кастует, смотри. Ну да. А я говорил, надо было ехать на Хаммере. Он же там много тонн брони, хрен бы он его поднял, наверное. Кидман дальше поехала. Сказала, ну их нахер, и уехала. Не особо далеко, правда, но она пыталась. И эпизод пройден, внезапно, 12-й. Ладно, поехали дальше. Вот так раз. За одну серию сразу два эпизода. 13-й, кстати, 13-й эпизод. Два эпизода осталось. Кидман? Кидман? Пока, Кидман! Опять она меня с этим мудаком оставила. Эпизод 13-й, потеря. Кидман! Та она улетела, все. Так дайте-ка я, раз у меня шприцов максимум. И раз, хорошо. Ничего нету. О, патроны, как же ничего. Хорошо. У кого-то на прикроватной тумбочке лежат патроны для дробовика. Интересные люди здесь жили. И, кстати... Тихо, стой, не ори. Это что? Вот, дневник. Почему дневник Костыля здесь лежит? А, я джойстик-то не подключил. Майра исчезла, уже несколько дней от нее никаких вестей. Я написал заявление, но не думаю, что я сошел с ума. Ее машина, компьютер, часть вещей. Всего этого тоже нет, и никаких намеков на состав преступления. Все считают, что она меня бросила. Постоянно вспоминают про то, что я пью, словно это имеет отношение к исчезновению Майры. Вот только они не считают его исчезновением. Смотрят на меня, словно это я виноват в том, что она ушла. Я-то знаю, что она не ушла, кто-то ее похитил. Она была близка к разгадке тайны, ну какой... Хрен его знает, Костыль, хрен его знает, какой она там разгадки тайны была близка. Не надо мне прямо в глаз так трескать. Что ты хочешь? А, он опять хочет зеркало посмотреть. Нет! Опять смотреть зеркало. О, нам сюда. Судя по этому глазику, за мной уже выехали. Ну да, правильно, вон там что-то ковыряет в стене. Ловушки зарядил. Эй, иди сюда, мудила! Ушел. Так, а ты этот-то идет, нет? Ну, может, пойдем? Не хочешь мне помочь, нет? Придется туда спуститься.
Вот я как бы, да, я про это же. Пойдем. Ладно. Тыц. Тыц. Аспирин. Сколько, кстати? 10 тысяч. Почти 11 тысяч этого аспирина. Это кислота? Ты иди по лесу не его, знаешь. И все? Точно все? А вроде точно. А еще аспиринчик. А где напарник-то наш? Он не идет, главное. Он сказал, что ну его нафиг, я туда не пойду. Реально не идет. И костыль его, главное, с собой даже не позвал. А, во, пришел. О боже, откуда такие разрушения? То есть ты только сейчас осознал, да? Это там поезд метро? Ага, но ты посмотри, как он висит. Возможно, по нему нам удастся перебраться на ту сторону. Да, костыль, как удачно все складывается. Давай сначала выберемся отсюда. Давай. Вон и лифт тоже висит. Так же надежно, как и тот поезд. Поехали. Так залезай. Не хочет. Ясно, понятно. Ну да. Костыль, быстрее, давай. Скажите, пожалуйста, что Джозеф не успел. Пожалуйста, я вас умоляю. Слава богу. Не надо рисковать, да-да. Именно это я имею в виду. Погоди, кажется, я вижу еще один проход. Увидимся внизу. Хорошо. Все, отпусти меня, камера. Пошли воевать. Хотя мы и так тут что-то всю серию воюем. Прямо так яростно. Ну-ка, дробовичок надо зарядить. Черт. Сначала Кидман, а теперь... Заряди пистолет, а? Не хочет. А, он тут вообще ничего не хочет доставать. Опять что ли эти? Ну да, конечно. Опять они. У тебя там мужик к молотку прилип, если что. Его это не парит. Ну, в принципе, мне бы на его месте, наверное, это тоже особо не мешало. Бутылка. О, аспирин. Давай. Хорошо. А Джозеф, хитрое говно, опять сейчас найдет где-нибудь обходной путь, где нету этих сейфоголовых, и совершенно спокойно и без каких-либо проблем пройдет туда, куда нам надо. Правильно? Правильно, он всегда так делает. Разбери. Так, пользуясь случаем... Потому что я просто знаю, что оно мне пригодится. Морозный болт. Да тихо ты. Этот что ли сделать? Взрывной. Сколько у меня там? 6.1.10. А, ну 6.1 это просто максимум показывается. 6.4. Ладно, тогда сделаем просто взрывной. Раз. Ну да, конечно, я молодец такой. Я такой делатель. Раз, раз, раз. Хорошо. Ёб твою мать. Так, раз. Два. Три. Ну вот и все. Окей. Морозный как раз и заряжен, это хорошо. Контрольная точечка. Сейчас будет мясо. Он ушел в огонь. Сюда, что ли, идет? Идет, конечно, сюда. Выискивает там.
Кровище летает в коридоре. Вместо пыли. Занятно. Забери ты этот аспирин, но прицелься ты своей камерой. Вот, наконец-то. А вон еще ни хрена себе там пузыречек-то. Костыль, забери. Вот, целый косарь. Так бы сейчас ушли. Так, идешь, не идешь? Ушел. Ловушечка. Где-то там, вот ты где. Мне кажется, или мне сейчас лучше не шуметь? Наверняка, если где-то будет сильно шум, то... Рувик? Рувик! Ну, точнее, этот, зомбоверсия Рувика. А чё это вдруг он тут делает? Что это вообще за твари такие непонятные? Он, если меня увидит, сразу начнется это. Руки из полезут из пула. Ай, ладно. Пошла жара. Ну да, конечно, пошла, ага. До свидания. До свидания. Живой! Был. Идет, не идет? Неа. Ну и хорошо, что не идет. Так, перезарядочка. Что это там? Занавески? Да, это просто занавески. Кто-то, я слышу, еще кряхтит там. Так, нет, не надо. Это мне не надо, это мне не надо. Кислота опять. А может мне и сюда кого-то заманить? Посмотреть хоть как эта кислота действует. Вон, сидит там. А нет, это не он. Готов. Здорово! Целых 4 патрона для дробовика. Их так-то есть смысл убивать? Самый прямой. Сейчас я посмотрю быстренько, что там было на улице. Так, ты вставать будешь? А? Точно нет? Ладно, сиди. Улица, улица, улица. Шприцов максимум, дожили. Ну-ка. Вон там так-то неплохо дворик выглядит. Нормально сохранился. Детская площадка какая-то. Заборчик ровный целый. Добраться бы туда и там остаться. Опа, ни хрена ты, костыль, могёшь. Здесь ничего. Сюда уже нельзя. Тихо, 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 я тебе дам, пип-пип-пип. Хорошо. Чудненько. Да-та-та-та-та. Бляха. А сейчас эта хрень придет. А нет, не придет. Ну и хорошо, что не придет. Топает где-то, слышь? Статуя. Как ее соберу-то? Как я ее соберу? Ключ куда-то вниз наверняка упал. Надо пойти и снизу ее собрать. Ладно, пойдем. Сколько 10 этажей-то вообще мне надо пройти? Кислота. Это бессмысленные какие-то ловушки. А мне же обойти здесь ничего не трудно.
А может быть, мне есть смысл вообще эти ловушки оставлять? Капканчик беспалевно вообще стоит. Ага, хорошо. Меня так откармливают запчастями, просто капец. На мне, видимо, как намекают, кстати, еще снайперка заряжена, она хоть ни хрена. Мне намекают, что сейчас мне все это дело понадобится, да? Ну и хорошо. Заряжена, почти заряжена. То есть часть коробок... А, это даже не коробки, ясно, ладно. Хорошо. Угу. Вон, вижу, сейфы лежат на земле. Значит, сейчас из этих сейфов вся эта хрень будет вылезать. Причем опять, скорее всего, бесконечно. А куда мне тогда идти-то, кстати? Вопрос такой на миллион. Но здесь пока только одна дорога, поэтому выбирать не приходится. Где там, мразь? Ходит там где-то, таскает свой этот молоток. Он же не отреагирует, если я просто обезврежу ловушку. Правильно? Правильно. Это хорошо. Где-то прямо здесь ходит псина такая. Так, хорошо, к этому надо подготовиться. Давай ко мне сюда. Угу. Вот так сойдет. Меня нашел и ходит как мудак. Ебать, ты что там делаешь-то? Жрет, что ли? Жрет. Ой-ой-ой. Растяжка. Ушел. Я не хочу сюда на свет выходить. Меня там жопу надерут. Вон там, кстати, наверху статуя была. Понаставила своих ловушек. Мутила чемоданоголовая. Так, давай. Вот он, ключик. Патрончики. А что он здесь-то делал? Сантехнику ремонтировал, что ли? Не, ну вроде как теперь на горизонте все спокойно, можно особо не переживать. А я думал, что уже вот, уже прямо сейчас будет мясо, а мяса уже прямо сейчас вот не будет. Или он выскочит там из тумана? Крысы бегут. Наверняка от него и бегут. Че, мне прям за ними, да нет? Ясно, ясно, понятно. Ну тогда разворачиваемся. Идем сюда. А где мясо-то? Я думал, сейчас будет это. Буду бегать и орать по всем этим коридорам. А сейфоголовый взял и ушел. Ну ушел и, в принципе, я-то что, я не против. Мало кому нравится, когда их бьют. Мне тоже не нравится, когда меня бьют. 300, 500, еще 300. 17, 650. Пора бы нам в больничку, но я... Черт. Кидман, ты там? Надеюсь, что нет, потому что если она там, то вряд ли она может что-либо ответить. Нам бы в больничку. Здорово, ворона. Валяй отсюда. Сохраниться. Поулучшаться. Медсестре поулыбаться, возможно. О, ящик. Вижу. Так, вороны сдулись нахрен.
И... Тьфу. Ну хотя нет, почему тьфу? Ну всего 3 патрона, это конечно не так чтобы много. Но 3 патрона для магнума это лучше, чем 0 патронов для магнума. Во, а вот сохранялка. Глаз опять смотрит на какую-то мадаму с зонтиком. Очень часто, очень много встречается в картинах глаз в этой игре. И надписи были... Смешно, не спорю. Вон опять. Не туда, нет. Да-да, я уже понял. Опять он, кстати. Ты что, еще не понял? Он обожает мучить других, показывает свое превосходство. Он готовит ловушку, заставляет жертву нервничать. Проклятые ловушки. Когда это случилось со мной, я видел, что происходит. Я видел, но повернуть назад не мог. Я должен был узнать правду. Детектив Кастеллани. Сестра, скажите честно, я схожу с ума. Тот, кто хочет выжить, должен как следует подумать о том, кому можно доверять. То есть, какая там у нас серия уже идет по злому Визину, и Костыль сейчас решил озадачиться вопросом. Сестра, я что, схожу с ума? То есть, возможно, для него это действительно было в порядке вещей, все то, что происходило до... Да, Костыль, интересный ты человек. Ладно, в любом случае продолжаем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.